Привет, дорогие друзья! Вот представляем вам браслет, который мы сделали. Он выполнен из серебра 925 пробы. Мы его сделали методом ковки и также инкрустировали бирюзой казахстанской. На браслете вы можете видеть изображение гравюр из сцен древнего казахского быта. Также выполненным выдавленным методом узоры и орнаменты по всему браслету. С древних времен считалось, что на запястье идет очень важная энергетическая система, то есть энергопотоки. И не зря люди одевали серебряные браслеты на свои руки, потому что понимали, что серебряный браслет, вообще серебро, оно имеет очень сильные магические свойства. И если одеть его на запястье, он будет действовать как защита для энергии человека. В данный браслет я поставил казахстанскую бирюзу. И бирюза с древности считается семейным оберегом, камень матерей, оберегом для детей и для семейного очага. Друзья мои, будет очень интересно узнать в комментариях, любите ли вы широкие браслеты, или какие, допустим, браслеты вы носите, с серебра или с золота, с камнями или без. Очень будет интересно мне узнать ваши предпочтения. Этот серебряный браслет мы выполнили и отправили в Германию, где его носит наша замечательная клиентка, он ее радует и притягивает к себе очень много-много внимания и комплиментов. Если вам интересно наше творчество, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. А вам мы желаем добра, всех благ и семейного благополучия. Всем пока! До новых встреч!